На Камчатке местный житель, рыбак, легко отогнал медведицу с медвежатами удочкой. И вот я сейчас вам покажу, и он ей сказал: «Ну-ка давай, мамка, забирай своих и дайте спокойно порыбачить». Вот сейчас, как они уберутся. Вот на уровне удочки он их отогнал. А там где-то вот мамка стоит. Давай, иди. Вот. И они ушли, и он продолжал рыбачить. Смелый вообще рыбак, не побоялся ни медведицу, ни медвежат. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.